100 баллов не набрал никто, а самый максимальный результат – 96 баллов – выпускницы из 7-й школы. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике. В этом году в Ноябрьске его сдавали 765 человек. Напомню, математика относится к категории обязательных, и результаты по этому предмету влияют на получение аттестата. В департаменте образования заявили, что нарушений во время проведения этого экзамена в Ноябрьске выявлено не было, и никого из школьников удалять из аудитории не пришлось. 97% справились с заданиями. Те, кто не справился, имеют право пересдать в этом году 19 июня этот экзамен и получить аттестат. Приказом Министерства образования и науки был утвержден минимальный балл по математике, это 24, 22 человека с экзаменом не справились.